В эфире Добровет ТВ. Мой дедушка был майор, и он помогал освобождать Ленинград. Говорит Ленинградское радио. Говорит Ленинградское радио. Это год юбилея Победы, самая главная дата, конечно же, 9 мая, День Победы Великой Отечественной войны. Но и у нас в Ленинграде есть свои даты. Это 8 сентября 1941 года, начало блокады Ленинграда, день, когда был захвачен населенный пункт Шлиссельбург. И мы с вами находимся на Фронтовой улице, она неспроста находится Фронтовая, именно здесь проходила линия фронта. Внимание, внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться. 5-8 октября, день Стрельнинского и Петергофского десантов. Как раз в этом месте происходили, когда были высажены десанты с акватории Финского залива, и морские пехотинцы дошли до улиц Петергофа, вели постоянные бои. Это 18 января, день прорыва блокады, когда войска Волховского Ленинградского фронта соединились в районе 5-го рабочего поселка Ранесеяна, и блокада была прорвана. Это 27 января, день полного освобождения. Это 9 июня, день начала Выборгской отступательной операции. Это 9 августа, день, когда в Ленинграде прозвучала Ленинградская симфония. Вообще, если мы возьмем календарь и все 900 дней блокады, каждый день было какое-то событие. Это правда было все. Было. Нам это должно запомниться. А кто такой спецназовец? Спецназ – это вскрытый военный. День подразделения специального назначения мы праздновали вчера в городе, и сегодня дети были немножко ознакомлены с некоторыми специализациями войск специального назначения подразделения. Мы показывали, как работает спецназ. Тоже очень круто. Мы рады, что у нас есть такая возможность детей приобщать и к патриотическому воспитанию, и к тому, чтобы они росли полноценными детьми. Скажи-ка, Сева, что ты такой грязный? Перетягивал канат, и вот это чего испачкался. Почему ты такая чистая? Потому что я не пачкалась. Редкий случай, когда есть возможность предоставить детям не только удовольствие, что мы сейчас видим, но и цикл лекций. Сегодня время хорошо очень провел. Это получше, чем в телефоне сидеть однозначно. А ты кем будешь, когда вырастешь? Я хочу, я доктором-разведчиком хочу стать.
разведчик должен быть скрытен. Добрый Йод ТВ.